Всем привет! Мы купили целую серию вот таких вот роботов, они же экскаваторы, машины и так далее. Купили все 5 штук, что продаются на Розетке. Сейчас мы их будем смотреть. Вот это номер один. Вот здесь такой экскаватор, и он превращается вот в такого робота с клешнёй. Здесь есть небольшая инструкция, как это сделать. Сейчас мы разрежем. Тут такая упаковка, что ее надо разрезать. Секундочку. Ну, мы тут срезали вверх. Давай попробуем достать. Как он там достается? Давай сам экскаватор доставай. Туда. О, есть. Ну, он ездит, да? Давай покатай его. Ну, он не ездит. Ну, как? Ездит вот так. Ну, понятно, что у него сами эти не двигаются, но... Так. Сейчас мы по инструкции попробуем сделать этого робота. Ну, давай, ищи голову, она там где-то должна быть. Голова, да? Так, вот эта рука получается, это голова. О, поднимается она. Видишь? Вот. Вон она. И вот эти вот ноги. Ноги становятся вот такими. Мы думали, что это инструкция, это нет. Тут перечислено вот 1, 2, 3, 4. Какие сами вот эти вот комплекты бывают. Вот. Это у нас вот первый, смотрю, должен быть такой вот. Ну, голову нашли, тело нашли. Сейчас будем скреплять. О, есть, о. Да? Ноги. Угу. Сейчас мы его попробуем поставить. Мы не найдем, как ноги. В общем, тело мы нашли, вот голову. А вот как ноги вот эти вот сделать, чтобы боимся сломать. В общем, ребенок помладше, наверное, не будет бояться, он сделает. Ну, такой робот. Это у него руки теперь. Ковш. Вот. Ну, приблизительно так. Да, это рука. Вот вторая. Ноги еще не знаем, что с ними делать. Ну, такая игрушка.